3 сентября в мемориальном комплексе «Победа» прошла акция «Свеча памяти». Ежегодно в этот день по всей стране проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями 2004 года. Тогда боевики захватили заложников в одной из школ Беслана. Около 200 чебоксарцев собрались, чтобы почтить память жертв террористических атак и сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебного долга.